Привіт, я Нікіта Дрюченко. Ви дивитесь на спортику. І якщо у вас коли-небудь з'явиться пузяха на карантині, я вам даю гарантію, що цей хлопак точно зробить все, щоб того пузяхи не було назавжди, ніколи. Ти ж на карантині також сидів, як усі українці, як уся планета піднабрав ваги чи ні? Та ну звісно, да. пару кілограм старався максимально боротися з этим. но не сильно получалось за счет целом активности за целый день. Ты как-то себя тримал в руках, что-то делал. Да, да, я пытался запустить челлендж. Есть такое движение, берпи, угу. Я старался на протяжении там, всего карантина, пока его не продлили в очередной раз, и я понял, что будет сложно. Делал каждый день по 100 берпи. Может быть, как рекомендация нашим глядачам так уж. Да, обязательно. Если что локдаун версия 2.0, 3.0 и так далее, то рубить 100 бёрпи, запомните. Да, можно разных форматов, не обязательно сразу, потому что большинство как раз боялись того, что нужно начать одно бёрпи, второе, третье и так последовательно до 100. И это неправильно. То есть я рекомендую вообще, можно поставить рядом часы, запустить таймер и, например, каждую минутку делать по 5 бёрпи. Це для начала ага. буде взагалі достаточно. Да. Можна по три борпі з хорошими паузами, так, чтобы... Потому що коли ви це делаете в квартирі, кислороду не так уж много, тело починає потреблять много кислороду. Поэтому... І людей багато, ще родичів усі. Слухай, який в тебе зріст і вага? 1,96 мість 112 кг. У мене 167 см зросту, які ідеальні пропорції для мене у вазі. Так, як є, це в тому да, да? Все да. нормально. Експерт казав, що все нормально. Да. Залишаємо. Я хочу набрати вагу. Ось є якась формула, всі хочуть менше стати, а я хочу стати більше. Що треба робити? В першу чергу, це піднімати, звісно, калорійність раціону в день. Тобто, можна сказати, качественне більше кушать. Это не означает, что нужно там поселиться возле Макдональдса где-то. Да, и не обязательно даже там, я знаю, это большая очень такая наболевшая тема, что нужно втирать протеин, кушать его, там еще что-то с ним делать, то есть разные форматы. Нет, это не обязательно. Основное, откуда мы получаем все, это в принципе основные, как сказать, зерновые культуры, мясо, то есть все, что вот, в принципе мы едим, нужно просто на этом сконцентрироваться нужно систематизировать питание, это очень Регулярность. важно. Регулярность. Да, да, угу. да. То есть мы должны завтракать обязательно, это самая большая ошибка, и то, с чем сегодня приходится как персональному тренеру мне бороться. То есть люди очень часто приходят на тренировки, и я задаю вопрос, что позавтракал, что пообедал, по И кажут, что ничего, да? Да, да, очень часто, да. То есть самая большая проблема, набрать вес можно и питаясь два раза в день, но это будет совсем некачественный вес. Це буде замедлення метаболізму, що приведе, звісно, к тому, що ми наберімо більше жирової ткань. Яка була твоя найперша професія взагалі у житті? Що це було? Зв'язане зі спортом. Ні, взагалі, що твоя була перша професія? О -о -о. Ми постійно перейдемо до того, як ти став директором. Я зрозумів. Ну, 12 мені було. Я пішов обрувати черешню. Ага. Да. <реш> Судячи з усього нелегально, я так розумію. Ні, це були сади такі є на лівому берегу. Мы чем больше ведер нарывали, тем больше зарабатывали. А, ага, и вы их продавали, очевидно, отдавали? Да, там сразу mm -hmm. стояла машинка, мы туда высыпали ведерка, за это получали каких-то 7-10 гривен. Где mm -hmm. ты навчався у... О, у меня два образования, оба среднетехническое, одно медицинское, зубной техник, mm -hmm. <laughs> второе тренер по баскетболу. Слухай, зубний технік та тренер по баскетболу. Розкажи, будь ласка, як відбулися ці метаморфози, що ти став тренером в фітнес-клубу? Як так? Ну, тренером по баскетболу, коли я, я ще паралельно грав в баскетбол, це було одним одним із требовань ігрока команди, вчитися mm -hmm. в коледжі, который нам представляв, тренувач базу. И мы как бы выступали за колледж, когда играли командой. И параллельно получали образование. Стипендию даже платили. Багато платили? Да, гривен 350-400. ой что, Вообще, ни в чем все не отказывали. И потом как-то травма была незначительно серьезная, но очень выбила меня. Поломал стопу, там был перелом косточки. Восстанавливался очень долго. Нет, 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 это как раз в межсезоне между поисками команды. С одной, как бы, расторгли уже отношения, искал другую. И э, я, вообще, до баскетбола очень сильно любил футбол. И так сложилось, что я решил отдохнуть от баскетбола и параллельно тренироваться и играть в футбол. Ну, mm -hmm. вот там и сломал ногу. И почил Да, очень сильно. Ну потом как-то все затянулось, я стал тренером детским э, по баскетболу, тренировал сам себе, набрал команду, выставлял ее на город. Это было такое любительская э, заинтересованность этого всего. Э, денег не хватало как всегда, я решил попробовать еще тренировать других людей, которые за это платили бы чуть больше. Пошел в фитнес-клуб. Ну как-то все так затянулось, у меня там уже через полгода была очень большая база клиентов. Э, Большой очень такой вот этап был понимание того, как тренируются профспортсмены. Да? Это по две тренировки в день, там сборы, еще учитывая тоже, когда и по три тренировки в день, когда у тебя определенная режимность питания, отдыха. Mm -hmm. там, и было очень тяжело понять, как тренировать людей, которые живут в каком-то другом образе жизни. То есть у них есть работа, семья, да, там они любят отдохнуть, выпить алкоголь, покушать какую-то запретную еду, высококалорийную, да. Кальянчик покурить. Кальянчик, да, Понятно. вот это все. Ну как-то получилось, так нашел какие-то основные принципы достучаться до клиентов, клиенты начали получать какой-то результат. Ну я такой немного можно сказать запаянный в этом парень, поэтому я начал очень много литературы читать, начал ездить на семинары, поэтому давал это какой-то опыт. Потом появилась через два с половиной года э, идея после того, как я проработал тренером попробовать открыть. Мне очень сильно импонировала в силу того, что я всегда баскетболом занимался. Мне импонировала физическая подготовка американских э, баскетболистов и американских футболистов. Mm -hmm. Мне очень нравилось это. Атлетизм их очень высокий. Внешность, конечно же, подкупала то, что А всі спортсмени професіональні дуже достойно виглядають. як на мене, то американські гравці у футбол то взагалі якісь не люди, да. їх наче сюди закидують на планету Земля. А потім, коли ти дивишся там комбайн, да, драфт і тому подібне, і дивишся на ті тести, які вони здають. Да хто ти такий? Шо, що ти робиш? У нас таких нема спортсменів взагалі. Ну и вот меня очень сильно это подкупало. То, что у них такой достаточно специфический формат залов был небольшие пространства, большие площадя. И потом, вот уже появились идеи открыть свой какой-то зал, найти инвестиции на это все и хотел тренировать, давать еще более качественный результат. Хотел привлекать профессиональных спортсменов. Мне было очень интересно тоже. Практиковали такое, привлекали ребят, им очень нравилось, но тренажерные залы для этого не подходят. Очень мало места, много железа стоит, очень комфортно. И познакомился с таким направлением, как кроссфит. Такое, оно мне очень динамическим показалось, очень красивые атлеты были, да, то что тоже подкупало, что кубики пресса, там высокий атлетизм, там классные навыки и все. Ну, ну, Кроме красоты, это все еще и не просто выглядая красиво, да, все да, еще вот именно как раз, Да, тот вид фитнеса и спорта, в котором это все совмещается, потому что сравнить бодибилдинг, это все-таки больше культура тела. Это когда ты больше концентрируешься на определенной системе, у тебя э, повторяются тренировки на протяжении полугода, ты режимно, ты контролируешь рост мышц, ты контролируешь режим питания, это такая своя культура, там, своя секта, можно сказать. А кроссфит, как мне показалось, такой функциональный вид фитнеса, который мог бы подходить э, всем людям. То есть это то, что вот, да, там поднять какую-то вещь с пола, и как раз вот в кроссфите учится это больше. Да? То есть правильная техника наклонов, правильная техника поворотов корпуса какие-то, там очень много на это внимания уделяется. И там снарядов особо не нужно, то есть выполняя достаточно с одним грифом и двумя блинами, ты можешь проделать комплекс на все тело полностью. Это очень привлекало. Я в первую очередь, наверное, когда уже а, чуть такая бизнес-жилка появлялась, я уже думал о том, что это экономично выгодно такой зал даже открывать. Потому что ну тренажеры... так, тебе не потребно много тренажеров. Да, да, по да, факту. да. Ты берешь там 10 грифов, покупаешь блины и все. И у тебя уже 10 человек в один момент сразу Покрытия? тренируются. Ну да, особо там какой-то прорезиненный пол для амортизации оборудования, чтобы оно не быстро изнашивалось. И все вот начали пробовать. Сначала, конечно, инвестиции не получались быстро найти. Летом тренировались на улице, вывозили гири, молоты, покрышки, били, толкали, кидали все, что могли реализовать из того, что видели на YouTube пространстве. Как этот рік вплинув на розвиток фитнеса взагалі? Ось, як ти даш оцінку? Людей нема, чего они є, чи они взагалі, закинули заняття спортом. Ну, сказать, что людей стало больше 100% не так. Людей стало действительно меньше. Может, незначительно, прям как было, но многие залы страдают. Да, я там смотрю, что вижу, что аудиторию начали терять. Сказать, что это прям связано с карантином, я не готов. Но. Вот, наверное, хочется донести до людей, что все-таки люди, которые занимаются физической активностью, фитнесом, вообще ведут активный образ жизни, люди такие болеют меньше. Поэтому я бы все-таки рекомендовал посещать фитнес-клубы, заниматься вообще, в принципе, любым видом спорта. На сегодняшний день взять там даже просто в аренду в футбольное какое-то поле и поиграть в футбол, в принципе, очень доступно. Но эти поля стоят пустые, и это самое обидное. Uh, Павліял, ну, в нашому залі можна сказати, все добре. Ну, все добре. Нехай <рес> <рес> так і буде. Слухай, назви головну складність, з якою ти, як керівник, зіштовхнувся за період роботи. Ось найбільша складність в розвитку залу. Якщо вона була, звичайно, може, тобі все легко було. Складность. Ну, скорее всего, наверное, все-таки это, не знаю, как актуально это будет, но это больше, наверное, с персоналом все-таки более больная тема, потому что на сегодняшний день людей, которые готовы вкладывать в свое развитие, это, давайте простым языком скажу, это платить просто покупать книги, просто ездить на семинары, И да, 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 это очень мало, тяжело. То есть как-то культура такая, что заплатите мне сегодня, а завтра я буду вам отрабатывать это все. Вот это самое сложное. То есть на сегодняшний день недостаток все-таки квалифицированных специалистов идет. Вот это вот. А є такі, наприклад, семінари, які проводять для тренерів, щоб Конечно. там одне місце да. з'їхати. Ваш фітнес клуб займається подібним там, делегували компанію там з тренерів, щоб вони послухали, навчились? Так, да, ми стараємося вже і на базі своїх клубів проводити семінари uh -huh. від наших співробітників, які проработали, які да? отримали якийсь то і діляться. Тобто, ми не сертифіцируємо, наприклад, як. реабилитологов, что-то более сложное, где действительно нужна лицензионная ответственность и так далее. Нет, мы просто как проводим семинары в плане того, что есть квалифицированный тренер, который показал, знаешь, как квалификация тренера, как по мне, проявляется на количестве его спроса. То есть если у тренера выполняется большой спрос, много клиентов, то мне кажется, это тренер, который может поделиться знаниями с другими возможно, в будущем тренерами или которые сейчас действуют и не понимают, почему у них нет клиентов. То есть, основываясь на такой опыт, мы начинаем нашим тренерам помогать, рекламируем и даем площадь для проведения семинаров. А у тебя лично какая есть фишка э, в управлении? Что ты такие сидишь дома? не ну тут я, конечно, точно хороший. Наверное, системность. Я очень такой вот, наверное, мои все-таки... Тренера не любят, когда я их очень долго задал на какую-то тему. Я говорю, ты мне обещал, давай делай. И я могу подойти и напоминать, и они очень часто удивляются, почему я вообще помню об этом. То есть, наверное, это моя суперсила. Подходите постоянно, давай, 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 делай, ты мне обещал, ты можешь. Вот твое сильное качество его реализовывать. А, как, на твою думку, будет развиваться у 2021 році Фітнес індустрія називаємо її так. Якщо, наприклад, коронавірус і буде тривати, будуть постійно вводити якісь локдауни, чи є якісь виходи з цього, чи якісь особисті твої думки з цього? Ну, для фітнес клубів це буде дуже все складно, як мені будь любой локдаун, тому що є внутрішні. финансовые обязательства фитнес-клубов. Это аренда. Аренда, да, коммунальные какие-то платежи. Ну, особо коммунальные, конечно, нет, но э, там есть постоянные затраты, в общем, так скажем. Например, тренера... пока сонечко будет греть, то на улице, да, 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 Тренера могут себе позволить, они индивидуально тренироваться с клиентами, выходя на улицу, используя какие-то площадки, которые у нас есть, слава богу, по городу банально турники, резинки, какие-то дополнительные оборудования, гири, гантели, то есть мы сами способствуем это. То оборудование, которое уже выходит из... То есть оно еще функционирует, но мы его, например, уже заменили. Мы этим оборудованием спокойно делимся с тренерами, чтобы оно на улице не портилось новое. Мы даем старое. Пожалуйста, используйте. Мы за это ничего не берем. Тренера выходят. Те же самые TRX петли есть такие. Использовать давали спокойно. Пусть тренируются. Мы mm -hmm. не против. То есть для залов может быть сложно. Потому что в домашних условиях, ну как зал за это будет зарабатывать? Никак. Ни а тренера, да, это очень круто, когда тренера не теряют надежды, ведут прямые эфиры. По До речи так, гарна идея с, с самыми прямыми эфирами для э, Zoom. Да. Непогано. Ну, конференции же проводят, там, Google корпорации. Чому бы не быть тренером? Да, компания Zoom корпорации. обогатилась хорошо, да. Э, да, <laughs> они наче что-то знали. Коли е, люди чують тренажерний зал, ось uh -huh. таке, таке словосполучення, вони одразу це залізо, його багатенько, ти стоїш, не знаєш, що з ним робити. Боль, а коли так, я сам був у залі, просто з, де займаються люди кросфітом, я зайшов, і для мене це просто чому так багато? Просто тут так повітря багато, все, на, наче нічого немає, а по факту е, тебе вижимають. Е, Кстати, ты когда спрашивал по поводу там развития, всего самая большая проблема на сегодняшний день это найти именно саму площадь под кроссфит зал, угу. потому что система кондиционирования хорошая, она не помогает в этом всем, и вот нужно просто высокие потолки, большие площадя для того, чтобы просто кислород хорошо там находился, то есть и чем больше оборудования, тем больше пыли, поэтому стараемся. Іспользувати такі площадяк, де оборудовання сильно не ні Але функціональність від цього ніяк ні. не втрачається у школі. Мене фізкультура, ось от реально, до, до в ніякого бажання в мене не було ходити на фізкультуру. Всі хотіли не ходити на неї. Я хотів грати у футбол, а мене змушували бігати круги. Як вже дорослу людину вмотивувати е, на те, що ну фізкультура візьмемо за основу це слово, що це не. Ведь что в тебе? Да, ну тут в первую очередь нужно... Вот самое то же, чем большая проблема мы сталкиваемся, это то, что большинство пропаганды в целом идет в фитнес-индустрии тренажерных залов. Это как тяжелый труд. И mm -hmm. люди, когда воспринимают, вот надо пойти позаниматься спортом. Что-то трагедия. Да, guess. да, у них боль, они не могут ходить по ступенькам после тренировки ног, они не могут поднять руку вверх, у них там тянет где-то что-то разогнуть. Это <связано> <я>, ну, нормально? Я говорю, нормально, оно приемно даже. <связано> да. И те, которые кайфуют от этого, понятно, там особая мотивация. Они видят какие-то изменения тела в виде набора жира, да, и они сразу нет, надо идти в зал. Потому что они понимают последствия после каких-то вот этих вот, да. А те люди, которые, и это чаще всего я тебе хочу сказать, в силу того, как у нас вот ты говоришь там о том, что у тебя была физкультура, а я знаю кучу людей, которые в детстве сами родители способствовали, брали справки для них, чтобы они не ходили на физкультуру. 8. И да. попадается такое, когда приходит клиент, ты ему задаешь вопрос сколько вам лет? Он говорит там 35. А, хорошо, какой спорт был в вашей жизни? Да, в лет 8 меня водили на какую-то секцию, потом mm -hmm. больше никогда ничего. И тут вот самое сложное. Я бы хотел порекомендовать и клиентам будущих фитнес-клубов все-таки идти в эти фитнес-клубы, и тренерам э, психологически рассмотреть момент подхода, подачи первой, второй и последующих тренировок. Потому что сталкивался с тем, что после моей тренировки клиент уходит и говорит, что все, я говорю: да, он так же еще куча энергии, силы. Uh -huh. Я говорю, так это ж круто. И воспользуйся этой энергией, пойди еще после тренировки прогуляйся. Возьми чашечку чая да, и погуляй по парку. Возьми детей, там, если yeah. есть, да, подружку, что-то. Они такие, да блин, я раньше ходила там, к тренеру или еще что-то. И ему... просто. Да. И мне yeah. надо два дня было лежать, я там обезболивающий пил, потому что там не мог локоть разогнуть. А это через день тебе ты на тренирование, а да. в тебе все болит. Да, и это как раз большой вред для нервной системы психологически. Есть такая перетренированность понятия, когда человек уже начинает апатично смотреть на все, что вокруг него происходит. Не только апатия к тренировкам, а к любым физическим активностям. Встать mm -hmm. пойти попить воды, которую нужно регулярно пить. да? Это уже mm -hmm. для него проблема. Поэтому вот такой совет, наверное. Опиши э, социальный портрет клиента, який вперше приходит до вас. Что это за людина? Физически. Ну, в будь, будь аспекте. Ну, физически это? это понятно, у него чуть-чуть небольшое пузико. Давай возьмем mm -hmm. эту мужчину, потому что дам, дамы более ранимые, Сейчас тут могут написать комментарии <с некачественные. Поэтому худенькие ножки, сутулые плечи, ну и, наверное, белый цвет лица, это если физически описать. Морально, это человек, который хочет результат сегодня и не хочет ничего трудиться. Давай что-то делать. Где-то что-то чего-то насмотрелся, начинает рассказывать много о мифах. О том, что вот видел о каком-то супер успехе за неделю, за месяц, потерял uh -huh. 100 килограмм там, хотя весил 98. Э, ну вот такой портрет. И с чем начинается сталкиваться? Проблемы со спиной еще у большинства. И когда ты им говоришь, что нужно вашу брюшную область подправить, да, чуть-чуть потерять вес за счет питания и укрепить мышцы живота... Для того, чтобы в спинке стало легче. Они этого не совсем понимают, потому что не понимают, как эти вещи вообще связаны. Угу. Но есть такое понятие: мышцы-антагонисты. Это наш природный корсет, да, то есть область э, живота, поясничная область это то место, где позвоночник держится за счет сильных мышц скоро. И поэтому эти мышцы нужно обязательно укреплять. И вот с этим сталкиваемся. Они хотят много потеть, они хотят два часа тренироваться вместо часа какого-то. Э, чтобы быстрее цепь да, результат да, от Да, да. И когда ты им говоришь там не кушать то-то, то-то, или наоборот кушать, наоборот, больше, да, чтобы ускорять метаболизм, чтобы организм перестал накапливать, не понимаю. Так уж не разумеется. Да, начинают еще меньше есть, приходят на тренировку. Ну, хочется дать совет: что если вы мало едите, у вас не будет энергии качественно тренироваться. Угу. Поэтому кушать нужно просто более качественную еду, которая не поддается большому количеству термообработки и не добавлены консервантов очень много. То есть просто приготовьте, сварите гречку, даже если бюджетный вариант это сварите 3-4 яйца, нарежьте огурчиков, помидорчиков, Все вообще просто. бомба достаточно, да, витаминов много, и энергию вы получите, качественную, которая, то есть брать углевод, да, вот тоже, если простым словами объяснить, высококалорийная пища углеводная, да, быстрые углеводы есть такое понятие, вы их когда съедаете, вы получаете большой всплеск энергии. и после чего следует такой легкий упадок сил. Это mm -hmm. тоже неправильно. Поэтому рекомендация – это есть более медленные углеводы в виде каш, там, зерновую культуру. Дивись, давай ось цю людину, про яку ми говоримо, візьмемо, яка досягла результату. Ось які слова ти чув від такого чоловіка? Що він казав? Ну, от Де проходит... Господи, і руки там силував тобі. Я не знаю, ну, mm -hmm. щось Нет, таке було. смотри, було? Це взагалі класика. 3-4 місяці отримує бажаний результат. Остаются какие-то там килограммы до изначально этой цели, да, так сказать. И тут просто не берет трубку, не отвечает на сообщение, все, похудел. Ему уже насекаваться. Да, потом, может, через 2-3 месяца, ну, ты понятно, видишь его в Инстаграме, он отдыхает где-то, употребляет алкоголь, кушает Макдональдс и пишет: Ой, а я не заметил твое сообщение. Были там траблы, но я готов вернуться. И возвращается он опять плюс 8, плюс а 5 там килограмм. Уже не так. Да, да, да. И давай опять худеть быстренько. Как вмовити клиента приходить нового и снова? Чего вообще взагалі треба вмовляти? Да. да. Да? да, это как раз вот тот момент, за что, наверное, тренер должен еще какой-то бонус получать за это, потому что психология в момент разговора нужно удерживать клиента не только последствиями от физических нагрузок, а клиенту реально должно быть с собой интересно. Угу. Когда просто забито, нет места. Как Счастье да, промыло. Как тренер, это когда вижу. Ну, допустим, я там, ну хорошо, давай так несколько да, моментов. Это когда человек становится на весы, и я сам вижу результат. То есть я прям вижу и горжусь им. Я начинаю с ним проговаривать: вот, смотри, 2 килограмма это же круто, это классно. Это действительно мотивирует очень сильно. А, как кто, как клиент, так и клиент, когда оборудование есть, которым хочется покайфовать и позаниматься. Но ты знаешь, как человек, который давно в спорте, у меня я никогда не любил системные тренировки, которые повторяются. Поэтому тоже почему. Ну, да, я полюбил кроссфит, потому что ты приходишь, и даже если у тебя там акцент идет, тренировки даже в кроссфите есть такое, когда ты акцентированно тренируешь какую-то группу мышц крупную, да, угу. там, допустим, это задняя поверхность верхняя, да, там спина, какие-то еще там трицепсы, бицепсы. И ты выбираешь какие-то такие движения. Сегодня это штанга, завтра это там турничок, послезавтра еще что-то. Ну, вот, вот это, это круто, как клиент. Так, а что в тебе выкликает такую же пристрасть, как твоя работа? Что еще в жизни? От чего ты насолоджишься? Я очень люблю ездить, отдыхать на выходные, куда-то на пикники, даже зимой. Угу. То есть мы берем а я знаю, что я команда, за которую он играет в баскетбол. <laughs> да, да. Ну баскетбол я остался в моей жизни. Че играешь? Да. да, я а, не уделяю, знаешь, вот после того, когда ты тренировался по два, по три раза в день, там, когда ты уделял там больше времени, конечно, кайфа получал больше, потому что ты видел результаты тренировок. Сейчас это больше, ну мне, мне даже, если я сижу на лавочке, я все равно кайфую. Потому что мне нравится сам процесс вот этого всего. Uh -huh. заболевания Да, да. Когда тренер, наш товарищ с тобой, рвет на себе волосы, кричит, давай, давай, мы должны победить. Олег, да. шатал <laughs> <laughs> Не кричи на хлопцев, дай поиграть нормально. <laughs> а не, пусть кричит нормально. Мы <laughs> кайфуем от этого. Тогда э, у меня такие вопросы будут. Кто сыграет в этом году в финале украинской суперлиги? Пока Днепр. С кем? Блин, хотел сказать, с БК Днепр. <laughs> Нет, ну да, я, конечно, может быть, когда я играл, я не сильно любил БК Днепр, да, но mm -hmm. сейчас, да, я, ну, там ребят многих очень знаю, поэтому за них, конечно, переживаю. Ну, кто? Ну, вот сейчас Серега Загреба играет в БК Киев, ну, наверное, бы чтобы... Будивельник, да? Ага. Ну, Будка, да, ну, мы их переграли нещодавно, нормально. Так, На а... Кто <laughs> сыграет у финале NBA? NBA. Ну, Лос-Анджелес точно, потому что Леброн Джеймс обязательно, да. Чему он не старіє? Не знаю. Це грустно а смотреть. як ти відносишся до того, як коли люди беруть, наприклад, там, його програми, там, стиль життя і тому подібне харчування і починають робити те саме? Наскільки це дієво взагалі? Да я взагалі ну, я, не знаю, я, точно, я так, розумію, якось. що я Ліброном Джеймсом не стану, навіть якщо в мене буде стільки ж грошей, і я буду в себе вкладати. Ну, ну я Но, Смотри, ці програми, як це по-любому рекламне -то міроприяття, тому mm -hmm. я не розумію людей, які не розуміють, що там ще за шторками дуже багато чого Чого? никто не знает. Да, я этого просто тоже, да. Ну, как бы, я не советую брать такие программы, потому что это, ну, не даст оно вам никакого результата. Слушай, ну, у него есть на щелопе даже бицепс, мне кажется, да, да, вот да, тут. Да. И он взялся. <laughs> ну, ось, будьте осторожны со своим здоровьем. Так, э, э, Лос-Анджелес и... І... Ой, ну, сен сейчас тяжелее стало. Я как-то больше вот всегда, не знаю, почему-то мне, как сказать, отечественный баскетбол был интересен. Поэтому... Ну, в Лос-Анджелес, да, так, і бокаднієш. Все нормальний фінал. <гум> так. А, у фітнес-клуб приходять чоловіки, щоб просто подивитись на тіла дівчат, правда це чи ні? Ну, є такі. Да. Подивитись, як дівчата присідають наприклад. Більше Больше не вжмут, да, більше присідають. <гум> Та ну, пусть приходять. Воно потім мотивуються да, і все-таки почнуть тренуватися. <гум> так. Взагалі-то фітнес-клуб це гарне місце для того, щоб познайомитись з дівчиною. Да. Були такі випадки? Так. Да. У нас uh, да. Васильевграли, да, да, наші клієнти, ми спокійно дали место під фотосесію. Вообще, мы сами кайфанули, у себя в соцсетях тоже выложили. Это очень круто. Ну, це реально стиль життя. Да, у нас очень часто і тренера між собою, ячейки общества створюють, можно так сказать. Да. А Это классно. В якому віці можна привезти дитинку в зал з кросфіту? Кроссфиту, но я бы рекомендовал... Чего просто взялось до вас, например? Ну, так как я скоро тоже стану папой, поэтому я начал на эту тему очень много думать. Ну, вот. И, знаешь, есть все равно желание, чтобы ребенок занимался баскетболом. Это мой любимый вид спорта. Угу. И я очень много сейчас над этим думаю, общаюсь с другими отцами, которые да уже там какой-то путь прошли. Я бы все-таки рекомендовал, чтобы ребенок был разноплановым. То есть... Возможно, это было бы по еще что-то. Но к самому кроссфиту я бы все-таки подготовил ребенка с более... Да, более базовыми основными видами спорта, да, которые... Поэтому, ну, наверное, 12 ⁇ вот я бы все-таки рекомендовал. Но мы проводим и более младшие у нас есть категории. Мы просто под них подбираем нагрузку, и они... Мои ну, да, так чтобы специально. люди не думали о том, что ребенок даже там 8 лет начнет тягать штангу. Нет такого не, Ты не заходишь будет. Заходишь в вид грудей. Да, Зато 8 лет ваш ребенок научиться лазити по канату. Це те, чого большинство мы не навчилися, коли самі учились в школі. Я згадав урок фізкультури і той біль, який відчували мої е однокласники, які не могли просто нічого не могли, не, не підняти своє тіло навіть на декілька метрів. Я ходив на фізкультуру, то я збрехав. Слухай, е а скільки ти жмеш від грудей? Раз, так. Да. Ну, на раз давай. Ну, да. 120. 120. Непогано, я вам хочу сказати, яку вправу о, ти можеш назвати своєю о, коронною? Так. Це бьорпі, Серйозно? Чому, за чому того, що? Бьорпі? Я дуже часто чую про цю вправу, що ось вона така корисна. Ну, в чому суть? Потому, що ну, я, я знаю, помаш... що це таке робив і робив немало разів, але в. Да расскажи ну, смотри, тут чей. же моя внутренняя такая боль. Я очень люблю учиться делать те движения, которые мне в принципе не даются. Но на самом деле 1,96 шесть рост для гимнастики это там нечего делать. Угу. Это высокомплитудное движение получается. Но мне все равно, мне нравится. Выходы на турнике я хочу научиться там, большое количество повторений делать за счет там, гимнастического киппингового движения. Понимаешь? И поэтому вот раньше я не любил, хоть это как бы там не звучало, я не любил очень бегать марафоны. Хотя в свое время бегал очень много, пока готовился к сезонам, да. И а, вот бегал-бегал, там побил свой какой-то внутренний рекорд, 15 километров я пробежал один раз. Меня что-то отпустило. Потом я начал смотреть, что вот есть там вообще люди, которые делают и по 2000 берпи, там, и там, не знаю, ну есть очень да, большие такие суммы. Я решил просто освоїти 100 бёрпи, і я не скажу, що я його быстрее, ніж кто-либо. Но я його стараюсь зробити максимально технічно. Коротше, не бійтесь ніяких локдаунів. У вас є точно Берпі і є де жити, тому робіть, тренуйтесь спорт він не лише у фітнес-залах, він десь у тут. Побачимось. Пока.